День добрый, друзья! Я вновь нахожусь на стройке развития. Это ЖК «Южный квартал», он находится на Сумсетском шоссе 35. Я уже реально в третий раз приезжаю, чтобы увидеть шоу-рум. Мне хочется посмотреть квартиру с меблировкой и показать вам, как вы можете ее меблировать. У нас, получается, заключен договор с итальянской компанией по дизайну. Они, соответственно, ради нас предложили 10 вариаций. Это вот в каталоге. Причем мы их дарим бесплатно абсолютно покупателям, где они могут посмотреть 10 различных вариантов, как они смогут меблировать, с какими цветовыми решениями. Ну а сейчас мы пойдем посмотрим уже от застройщика. У них шоу-рум различных планировок квартир, и нам Аня покажет, расскажет об этих планировках. Так, мы одеваем бахилы специально, потому что здесь прибран чисто, чтобы мы не наследили. Мы здесь зайдем в бахилах, вот такие вот бахилы специально для гостей. Хотелось бы для начала обратить внимание на входную дверь. Это гардемуар, дверь с двумя ребрами жесткости, замки Guardian четвертой степени взломостойкости, также ночная задвижка. Здесь дверь очень надежная, она утеплена. Вот, проходим. Обратите внимание, у нас ламинат 32 класса, влагостойкий. Кронотекс, это немецкий завод, производитель. Значит, планировка очень удачная. Почему? Потому что вы заходите и сразу же попадаете в зал. То есть кухня у нас обособленная такая. Вот. Обои белые, флизелиновые, под покраску. Выдерживают до 10 окрашиваний. Также у нас натяжные белые матовые потолки. Высота потолков 2,7 метров. Обратите внимание на то, что при входе с правой стороны у нас ванная комната, вот мы забыли санузел, облицован полностью плиткой керамомарацци, последняя коллекция 2018 года, богатель. А также у нас плитка облицована лоджия. Все работы по разводке электроэнергосветы, мы подключаемся сейчас, сдаемся в конце декабря. Все работы по разводке электроэнергии, до точек подключения, все это произведено. Очень удобно, вы заходите, и тут специальная ниша под шкаф уже, то есть нет ни одного мертвого квадратного метра. Межкомнатные двери, это тоже наша гордость, они царговой сборки, то есть если вдруг вы поцарапали дверь, ее не нужно полностью менять, можно подетально, то есть ту деталь, которая была испорчена, заменить на другую, либо вставить, например, стекла, то есть если есть такое желание. Вот. Двери у нас профила порта, очень надежные, можете потрогать, посмотреть. Угу. Не ходит. Также подарок у нас от застройщика идет кондиционер Haier 9 конвертерный. Остеклены все лоджии и балконы. Очень хорошая шумоизоляция. То есть вот сейчас мы находимся в квартире и ничего не слышно. Открываем французский балкон у нас. И вот слышно. Это у нас евродушка, я правильно понимаю? Евродушка, то есть по факту это однокомнатная, но по функционалу как полноценная двухкомнатная. То есть здесь у нас небольшой ремонт, мы мебель ремонтируем, потому что мы миллион раз уже ее показывали. А в целом дизайнеры задумали так, что это просто стеночка, а здесь стоит диван. Пришли у вас в гости, вы отдохнули. Значит, разложили. Тут полноценная кровать, как два спальных места. Очень удобно. Вообще, дизайн квартиры разрабатывают итальянские наши партнеры Interni Consulting Group. И при покупке квартиры мы дарим паспорт с 10 вариантами дизайн-проекта квартиры в подарок. Вот. Также... Мебель здесь из Икеи или нет? Нет, это не Икея. Я так поняла, что итальянская компания, она подбирает... Даже сам интерьер. Можно заказать кухню, да, то есть со скидкой в 30% у наших итальянских партнеров. Ну как? Вот, то есть очень выгодно. Хотелось бы также обратить внимание на радиаторы. В каждом доме стоят радиаторы, в каждой квартире стоят радиаторы с терморегулирующей головкой. Что это значит? Это значит, что вы можете регулировать температуру квартиры сами. Учитывая то, что у нас дом с теплоэнергоэффективностью класса А+, он очень теплый, один из самых теплых домов в Анапе, то есть там утеплитель 10 сантиметров,
то еще и плюс подкрутили, убавили температуру, и у вас идет автоматически экономия на коммунальных платежах. Вот. А в Анапе, в принципе, у нас очень тепло, поэтому уже сейчас очень выгодно, да. Вот, балкон, это называется французский балкон, так, таким образом открывается. Вуаля. Очень уютно. Классно. Ага. Такая полулоджия. Полулоджия. Причем да. Панорамное остекление, да? Давайте в спальню прогуляемся, что там у нас в спальне. Ух ты, какая картина интересная. Это дизайнеры придумали такую тематику морскую. Вы можете окрашивать в любой цвет и создавать свое настроение. То есть до 10 окрашиваний выдерживают наши флизелиновые обои. Мир обоев фирмы. Тут также очень удобно, что дизайнеры придумали такую нишу под шкаф, так же, как и в коридоре. То есть для того, чтобы грамотно использовать пространство. И остается тут место и для туалетного столика, и для кровати. Лоджия у нас также облицована плиткой керамомерацци коллекции «Богатель». Она очень теплая, она также утеплена. Стеклопакеты у нас тоже очень качественные, то есть все то же самое, да, шумоизоляция очень хорошая. Приятно прям находиться в такой квартире уже с мебелью, с интерьером, прям совсем по-другому. А сколько здесь квадратов в этой планировке? Здесь 42 квадрата примерно. 42 квадрата, и сколько сейчас есть в наличии, может быть, в будущих домах вообще по стоимости? Есть ли вообще такие в будущих планировочках? Есть. В четвертой очереди у нас есть однокомнатные квартиры. Во второй очереди можно еще двухкомнатные квартиры. Именно данные планировки только в четвертой очереди. Четвертая, пятая. Да, вот евродвушка. Да, евродвушка только в четвертой, пятой. И сколько там квадрат сейчас стоит? Так, в четвертой очереди там, по-моему, порядка 65 тысяч. Но это с отделкой все, как здесь, да, только без мебели. Да, у нас все квартиры сдаются только с чистовой, качественной отделкой. Забыла вам показать наши выключатели, розетки. Французская фирма Le Grand. Самая популярная на данный момент. По факту, в следующих очередях здесь будет кухня-гостиная. Да, то есть только в этом, да, вот в доме? Только в этом доме, да, просто... Это трехкомнатная квартира, сколько она по площади? Она двухкомнатная, она большая, распашная, 68 квадратов, если я не ошибаюсь. Функционал трехкомнатной квартиры, то есть по факту здесь будет кухня-гостиная, то есть два спальных места можно оборудовать. Большая просторная с французским балконом. Ух ты, для двух детей классное решение и внизу, и вверху. Да, наши дизайнеры постарались. Какая создать здесь настроение. Тоже я смотрю французский балкон уже, разбираюсь в этой технологии, видите, тоже открываются, да, можно попробовать? Да, конечно. То есть вот так вот открываешь, и вид на проезжую часть. Причем вообще не шумно, то есть не слышно. Вот мы сколько гуляем по той квартире, по этой, нереально не слышно шум на улице. Вот здесь детская комната. Здесь будет, да, в дальнейших очередях кухня располагаться. Кухня-гостиная. Кухня-гостиная, да. То есть такие планировки только здесь. В больших распашных квартирах такой планировки предусмотрено два санузла. То есть здесь будет ванная, ну либо душевая кабинка с санузлом, с туалетом. А здесь уже можно попробовать, конечно, установить, знаете, бывают такие... Инсталляции. Да, ага. Но вообще здесь, по идее, только туалет. Да, ну то есть здесь туалет, соответственно, раздельно, а здесь ванная, ну, стиралка, и можно здесь шкафчик какой-то, то есть это так для вида, да, туалет? Да, да. Ну или маленький детский туалет, как вариант. Да. Так, это у нас кухня, да, здесь, а в будущем здесь будет обычная, здесь будет, да, комната? Спальня, да. Спальня, да, кухня две будет. Две спальни. Угу. Также здесь с французским балконом, очень удобная. Классно, и там французский балкон, и тут. Ух ты. Распашная квартира, она очень большая, светлая, можно легко проветрить, здесь много воздуха, много света. Очень удобная по функционалу, как трехкомнатная. Она огромная, просто огромная. Я вот хожу, и столько всего интересного в интерьере. Можно, да, тоже открыть, показать, что шум со стройки вообще не слышен. Вот. И совсем другое дело, да, как говорится. Вот тут даже вид неплохой на горы. Я думаю, вечером здесь будет интересно. Хотя тоже дома, да, построятся здесь в будущем? Здесь построятся две башни, так называемые, и
будут там студии, квартиры. А четвертая очередь, если территориально, вот в которой вы говорите, евродвушки сейчас еще есть? Четвертая очередь, вот она строится, закладывается уже 9-й этаж. А, уже монолит? Мы идем на опережение на полгода. Угу. Может быть, сдастся раньше, может, да? Может быть, раньше сдастся. А какие по проекту сроки, то есть изначально? По проекту идут сроки... Первый квартал 22-го года. А, ну может быть, четвертый, даже построят раньше. Может быть, в конце 21-го садимся. Да. То есть и там 65 тысяч за квадрат стоит такая евродушка, которая была предыдущая. А вот почем вот такая планировочка, распашонка? То есть 68, да, здесь квадратов, это евротрешка? Да, да, да. Такая планировка, она около 66, наверное, за квадрат. Да. А в будущих чуть уточнить, дешевле, да? 62 где-то, да? Четвертая, пятая очередь, да, дешевле. Там на 2000, по-моему, дешевле. Угу. Я могу все это уточнить в офисе. Угу, угу. Ну, то есть сдача, в принципе, конец 21-го, начало 22-го. То есть так вот уже ориентировочно можно даже вдруг раньше сдастся. Да, да. Мы планируем сдачу немного пораньше. Будьте внимание, это также спальня. Большая, светлая, с выходом на лоджию. Ух ты, я даже не знала, что здесь третья комната есть, так неожиданно открывать. Ух ты. Проходите. Сейчас я тут. Плитка так же, как и везде, в первом амарации. Очень теплая лоджия, то есть тут можно даже какой-то столик со стульчиком, пить кофе по утрам, либо рабочее какое-то место оборудовать. Маленький столик влезет, я думаю. Большой, конечно, обеденной зоны нет, но маленький точно влезет. Маленький, да. А мне нравится, как в светлых тонах выполнена спальня. То есть там была морская тематика в первой, да, квартире, получается, а здесь уже совсем другого цвета, получается, покрашены обои. То есть даже здесь такой приятный миндальный чуть-чуть даже оттенок, или фисташковый даже такой вот светло-зеленый. Очень приятная пастельная гамма здесь. И вот такие подушки. В общем, ваш дизайнер, получается, итальянский, он все это продумал до мелочей. Видите, какое тут зеркало интересное. Такое первый раз вижу. То есть здесь даже что-то даже поставить можно, возможно, по идее. Да. Классно. Не забудьте поставить лайк под этим роликом. Вы можете воплотить в жизнь все то же самое. Вам при покупке квартиры дают паспорт с 10 видами дизайна в подарок. То есть можно как заказать всю эту мебель у наших партнеров, так и самим пофантазировать, выбрать мебель, которая будет максимально похожа, приближена к оригиналу. Спасибо большое, Анна, за экскурсию. Ну, а вы, как и просили, вот вам трешка с функционалом. Трешки – это двушка, все равно считается евро-трешка, хотя я по факту видела одну комнату, вторую, третью, то есть это реально трехкомнатная. По планировке она 68 квадратных метров занимает, эта квартира, два раздельных санузла, и, соответственно, стоит она от 63 тысяч в зависимости от очереди. Вот, например, в четвертой очереди, которая будет сдаваться в конце 2021 года, в начале 22-го, я думаю, что она порядка 62 тысяч может даже стоить. Мы это уточним в офисе. Ну, а если раньше сдача, соответственно, в третьей, получается, очереди, во второй очереди, то, наверное, 66 не меньше, потому что чем ближе к сдаче, тем, соответственно, дороже. Поэтому вы можете вложиться уже прямо сейчас, и поверьте, на выходе, то есть когда квартира сдастся, она будет намного дороже стоить, и вы получаете также в подарок вот этот вот проект, как вы можете в 10 вариациях какой дизайнерский ремонт сделать, и еще у вас будет 30% скидка, соответственно, у итальянских дизайнеров на приобретение того или иного инвентаря в вашу квартиру. Хотелось бы дополнить, можно? Да. Также у нас будет фитнес-центр, и привилегии у наших жильцов — это скидки от 20 до 50%. Фитнес-центр у нас с двумя бассейнами, с огромным тренажерным залом, с рингом, с сауной, с хамамом, с лаунж-зонами, а также со спортивным магазином одежды. То есть очень интересно. Скидка и привилегии для наших жильцов. А также, если в четвертой очереди рассматривать данную квартиру, данные планировки, то у вас будет также вид на прекрасный вид на город, закаты все будут ваши, и все праздники, салюты, все это будет, конечно, вот тоже.
тоже интересно. Кстати, будет видно с вашего окна. Ну все, друзья, не забудьте писать комментарий, понравилась вам такая планировка или нет. А если понравилось и вы хотите вложиться пораньше, пока есть еще нормальные, адекватные цены. Я специально говорю нормальные, адекватные, потому что уже через год цены будут другими. Поэтому звоните, уточняйте, можете на мой номер звонить, либо писать в комментариях, и я обязательно с вами свяжусь. Ну а с вами была Светлана. Вот такой вот красивый шоурум двух квартир, евро-двушки и евро-трешки в ЖК «Южный квартал» от компании «Развитие». Всем пока-пока!